Сири. Скажите, кто испортил сыр? Скажите, кто в нем наделал столько дыр? Мы! Во всяком случае, не я. Поспешно хрюкнула свинья. Загадочно воскликнул гусь. А догадать я не берусь. Овца сказала, чуть не плача. Безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Все зло от кошек, произнес, обнюхав сыр, дворовый пес. Как дважды два? Четыре. Отнил и дырки в сыре. А кот сердито фыркнул с крыши. Тот очень дырки. Мыши! Но тут ворону Бог принес. Ура! Она решит вопрос, ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. Вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудьте о сыре. Заголосил весь скотный двор. Какой прозор, позор, пожар, базар! Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно: ну, знаете, придирки! Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр! Я съела. А дырки все остались целы. На этом был окончен спор, и потому-то до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки. Дорогие друзья, антракт 15 минут.